14 января актер и комик Крис Пратт сделал предложение старшей дочери Арнольда Шварценеггера. Об этом звезда серии фильмов «Стражи Галактики» рассказал своим подписчикам в Инстаграме. Он выложил в соцсеть фотографию, на которой обнимает писательницу. А на ее безымянном пальце уже есть кольцо с бриллиантом внушительных размеров. «Милая Кэтрин, я так счастлив, что ты сказала да. Я невероятно взволнован женитьбой на тебе. Горд смело жить с тобой в вере. Поехали?» В последний раз пару видели в пятницу 11 января в Лос-Анджелесе, когда Пратт помогал своей 29-летней девушке перевозить вещи из ее дома. Они встречаются всего 7 месяцев, но уже совместно отпраздновали Новый год в мексиканском курортном городе Кабо-Сан-Лукас вместе с маленьким сыном Криса. На день рождения подруги в декабре актер ситкома «Парки и зоны отдыха» поздравил ее в социальных сетях со словами «С днем рождения, шеф! Твоя улыбка освещает комнату. Я ценю время, проведенное вместе с тобой. Я в восторге от того, что Бог привел тебя в мою жизнь». После этого комик поблагодарил свою возлюбленную за смех, поцелуи, разговоры, походы, любовь и заботу. Реклама этот год выдался богатым на события в жизни будущих мужа и жены. Впервые их заметили вместе 17 июня 2018 года, но по сообщениям инсайдеров, они многократно встречались до этого и постоянно разговаривали на протяжении 2 месяцев или около того. Хотя отношениям пары нет даже года, можно уверенно утверждать, что семья Шварценеггер в восторге от партии старшей дочери. После официального подтверждения, что 39-летний актер и дочь бывшего губернатора Калифорнии встречаются, источники рассказали порталу E! News, что их познакомила мать девушки, журналистка Мария Шрайвер. Другой источник, близкий к паре, сообщил People, Мария занималась сводничеством, оказалось, что у Пратта и племянницы Джона F. Кеннеди были общие знакомые, что и натолкнуло предприимчивую мать на знакомство детей. К началу осени Крис уже познакомился с братом писательницы Патриком за обедом с их матерью, а Кэтрин, в свою очередь, была представлена родителям актера. Возможно, из-за развода с комедийной актрисой Янной Феррис в августе 2017 года после около 8 лет брака, в начале Крис, по словам его знакомых, не торопил события с Кэтрин, но очень скоро осознал, что их отношения представляют собой нечто большее, чем простой роман. В августе прошлого года собеседник И! News поделился новостями, что актер больше не боится публичного проявления чувств к Кэтрин, но не пытается ни на что повлиять. Пратт и Шварценеггер весьма религиозны, как можно было заметить по количеству благодарностей, которые актер выражает в адрес Бога. Кэтрин, в отличие от Криса, растили католичкой, но это не мешает ей периодически сопровождать жениха в церковь Зои в Лос-Анджелесе на воскресные службы. С 7 по 27 января прихожанам церкви предложили присоединиться к молитвам и посту, эту рекомендацию актер, скорее всего, не проигнорирует. Интересно, что в феврале именно в этой церкви состоится мероприятие, которое устраивает фонд Тимоти Боу, игрока в американский футбол, известного тем, что он поклялся не заниматься сексом до брака. На прошлой неделе один из немногих спортсменов-девственников сделал предложение руки и сердца победительнице конкурса «Мисс Вселенная 2017» Деми Лейнёль Петерс из Южной Африки. 5-летний сын Пратта Джек тоже не остался в стороне за все время романа его отца и Кэтрин. В один из воскресных дней в июле Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт повели мальчика с собой в церковь, а после фотографы запечатлели момент, когда ребенку купили мороженое. Тогда источник, близкий к ситуации, рассказал таблоиду People, что пара проводит вместе каждый день, а Кэтрин виделась с Джеком несколько раз. Именно тогда СМИ начали подозревать, что отношения актера и писательницы перешли в серьезную стадию. Семья невероятно важна для них обоих, так же как и религия. Она очень-очень мила и по-матерински ведет себя с его сыном, подчеркнул инсайдер. Все, кто видел пару вместе на публике, в разное время замечали одно, когда Крис, обладающий специфическим чувством юмора, шутит, Кэтрин постоянно смеется. Этот фактор, как отмечают многие знатоки семейной жизни, может затмить большое количество негативных моментов.